Всем привет, с вами Оксидениум. И нет, у меня не поломался микрофон. Сейчас вы узнаете одну из причин, из-за чего у меня нет времени на создание нормального контента. В этом ролике я хотел бы показать вам мой эксперимент с нейросетями. А именно так, как и пытался сделать генерацию речи из моего голоса при помощи нейросети. Я решил использовать нейросети NVIDIA под названием Акатрон. И как слышите, у меня все получилось. Что для этого требуется? Для тренирования нейронной сети Акатрон потребовалось около 1.5 часа записанной речи. Это мало для хорошего результата. В итоге нейросеть часто пытает ударение в словах, поскольку не всегда знает, где их поставить. Также очень разно выражает себя интонации. Алгоритм может зачитать текст, но на тон при восклицательном знаке или начать повышать тон ни с того ни с сего. Нейросеть Акатрон занимается переводом текста в спектрограмму, визуализацией звука в виде спектра. Для синтеза самого звука используется модель WaveGlow. Для ее обучения я использовал различные наборы данных, которые в итоге насчитывают около 10 часов аудио. Например, интервью Дудя с Моргенштерном. Дорогие зрители Юрия Дудя. И Иван Гэм. Ну, проблема-то не в траве. Мы никому не нужны летсплеи. Интеллектуал. Или сырые дорожки камеров. Да, нейросети слышала много всякого говна. Примерно эту же технологию использует сервис Danish Alerts для донатов с известными голосами озвучки. Из информации, которую предоставляет Google, для достойного и неотличимого от реальности результата требуется около 40 часов записанной речи. В пример сравнения обучения нейронной сети с 1.5 часами и 40 часами аудио. I don't think you've told me what's his name. I don't think you've told me. What's his name? Для обучения модели Акатрон я потратил около 2 дней, но чтобы разобраться, ушло куда больше времени. А для обучения второй модели WaveGlow ушло более недели. И это с видеокартой NVIDIA RTX 3070. Без обучения модели WaveGlow качество звука получается хуже. Сейчас будет пример. Для синтеза данного предложения была использована предобученная на женском голосе модель WaveGlow от NVIDIA. Спасибо за просмотр данного видео. Не знаю, зачем вам эта информация, но надеюсь, вам было интересно. Не пугайтесь, все хорошо, я все еще на месте. Искусственный интеллект не захватил мир, все прекрасно, все отлично, я живой и здоровый. Всем удачи и всем пока. Я собака, ты собака, 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 я собака, ты собака.